Добро пожаловать в Москву. Город, где каждый год 2590 дорожных камер выписывают 26 миллионов штрафов за превышение скорости, неоплаченную парковку и нарушение разметки. Пользователи получают их в виде писем и через сотни банковских и платежных приложений. Крупнейшая российская платежная система «МИР» подготовила предложение для нарушителей ПДД. Оплачивайте штрафы без комиссии с картой «МИР». Но как нам донести его до пользователей в такой агрессивной среде? Мы нашли решение. Мы взломали систему. Россия — страна хакеров. Мы взламываем компьютеры, поезда и, по слухам, даже целые государства. Быть хакером может каждый, даже крупнейшая российская платежная система. Мы совершили самый дерзкий и самый крупный хэквертайзинг в истории российской рекламы. Изучив город, мы выявили места, где чаще всего фиксируются нарушения ПДД, и разместили в них наши специально подготовленные брендированные автомобили. Так, чтобы любой автомобилист, нарушивший правила, увидел наше сообщение в письме или платежном приложении. Превышение скорости, просроченная парковка, нарушение разметки. О нашей дерзкой выходке рассказали крупнейшие СМИ и блогеры. Наши автомобили стали героями народной молвы и UGC. Но главное, что мы взломали государственную систему фиксации штрафов, сделав ее своим медиа. А банковские платежные приложения стали нашими агентами. А еще мы забыли оплатить парковку некоторых автомобилей, взломав систему эвакуации автомобилей, сделав ее носителем брендированного сообщения. Результаты. Наша идея понравилась 68% пользователей, получивших штрафы. Частота контактов составила более 2 миллионов. Доля транзакций по картам МИР выросла на 5%. Итого мы смогли охватить более чем 16 миллионов пользователей. Да пребудет с вами хак!